Дорогие друзья, наше с вами последнее испытание подошло к своему финалу. Наш спектакль посмотрели более 20 тысяч человек, а фильм-спектакль увидели во всех уголках мира. Но что дальше? А дальше мы решили, что наш проект готов в... Да. Мы создаем абсолютно новые костюмы. Также в нашем спектакле появится... Лен, ну потому что я так статично стою, говорю, потом что-то делаю. А это я уже ее пишу, да, понимаешь? Чу, все нормально. Есть камера, внимание, тишина. Я уже пишу новую музыку. Извините. Новые сцены и новые герои. Дальше, да? Давай. Ты, она, ты говоришь фразу, а дальше ты что? Давай. А дальше? Не, давайте целиком скрываем Ну, как бы, сначала. Да, ну вот этот отдельно, скорее всего, придется подписывать, потому что... Давай, хорошо, еще раз думай. Так. Ну, у тебя своя мелодия, да, опять? Ну, давай. Ты помнишь клен у забора? Ты помнишь мамину песню? И вот так 15 раз, да, вот это все одно и то же, да? Ну, а чего? Что ты предлагаешь? Ну, когда под тяжестью снега сломаются ветви клёна. Ну, и вот так дальше. А дальше? Ну, дальше, дальше все просто. Музыку. Да. А теперь давай-ка, плагиатор, продолжим. Ну вот этот хвостик надо подписывать. Этот, да. Давайте рассядемся как-то. В общем, давайте начнем с того, что познакомимся. У нас два новых артиста, Андрей Бирин и Елена Бутина. Здравствуйте! Наконец-то мы нашли... Насколько в зависимости от заранее построенного расписания я могу строить собственные планы. Не оплачивается свою жизнь. Нет, просто мне бы хотелось, чтобы был некий устоявшийся график. Я понимаю, что все меняется, но... Все течет, все изменяется. Смотри, я не могу тебе сейчас сказать точно, какие дни ты будешь занят. Я же сказал, что не будет ансамбля, будет те, кто ансамбль, или те, кто поймут. Жень, с чем случилось? Жена у меня. Да. У Карамона жена добавится, да. Внимание! Жена добавится. Да, будет сцена в кабаке. Кабак будет происходить два раза. Он будет происходить в первом акте и во втором в бездне. Да. У Рейсина дописывается еще одна песня. У Фисани дописывается. У Тахизис дописывается одна песня. И у нас вводится новый персонаж. Мама Рейсина. Там будет
красивый концерт. Есть камера? Сейчас технически, да? Подождем. Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Смолин, и я, наверное, как и вы, с большим ажиотажем жду перезагрузки последнего испытания. Надеюсь, это будет сверхъестественно, мощно, немножко неадекватно, собственно говоря. Это будет весело, самое главное. Ладно, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Смолин, и я надеюсь, что, как и вы, я жду. Есть камера? Братья и сестры. Что-то там у тебя шкрябает волосы по микрофону. Секунду, стопа не было. А, вот же. Так, за что не цепляли здесь? Режиссер не цеплял. Никак не получится. Другой? Он к ней идет, и как только он к ней подходит, появляется катизис, понимаешь? Перебивает маму, поет ему уже там нет, а ну, то есть, потом он начинает тоже встревать, потому что если, ну, я еще сказал о том, что это должен быть рецепт. Потому что, смотри, у нас рейслинг, начинается без, и все, и чувак не имеет права голоса. Вообще, ничего не понятно. До того момента, пока он не подобный. Нет. Они передвигаются постоянно по сцене. А с помощью чего? С помощью людей. Это и так далее. Да. Две такие лестницы большие, они 4,70 в высоту. Они тоже 4,70, да. Самые высокие, чуть-чуть поменьше. То есть, на самом деле декорация практически на всю сцену. И она постоянно продвигается. Это проекционный зал. Туалет покажу, а вы будете заведовать уже всеми туалетами, хорошо? Кому показать туалет, а потом мне всем расскажу. Мне показал туалет. Что я могу? Что я вам могу сказать? Да. Что, девочка, не лохматая? Не лохматая? Да нет, пока сейчас бэкстейдж, поэтому. Да бэкстейдж тоже важен. Не знаю, у меня вот когда я лохматый, все нормально. Так, мы сначала споем, может быть, а потом по задачам. Или попробуем, просто чтобы я понял. Да, я еще еще раз распоюсь. На самой песне. Угу. Я не хочу это в классику вводить. Абсолютно. Вот да? Смотрите, что у нас. Мы же не будем прямо уперу классику. Я как раз классику, хотела да? предложить, просто я слышала, как ты распеваешься. Как раз. Я распеваю всегда классически. А, понятно. У меня привычка, и связки на это отвечают. И это никогда не смотрите на мои распевки, хорошо, они могут быть вообще из другого мира. Хорошо. Окей. Мне очень важен текст, да. Мысль. Да. И внутреннее состояние, что происходит в этой истории. Ну, мы должны понять, где начало этой истории, где середина, где кульминация и где финал этой истории. Потому что у нас сейчас фрагментик, это понятно, что во всем спектакле это другое немножечко. Ну, то есть, да, но дистанция фрагмент длинная. Надо по максимуму все в фрагменте как раз. Мы же песню полностью поем. Да, полностью поем.
Есть какие-то моменты, которые прям тебя смущают? Давай, может, попробуешь? Вообще, это переходные ноты, и, соответственно, они неудобные. Как любой вокалистки, девочки с высоким сопрано. Мифа, там надо будет их... Вот вы прямо слушаете. Контролируйте меня, потому что ваши ушки... Все будет прекрасно. Вот. Чтобы этот выход был не классический, да, прям такой, да, а он был равномерный и ровненький, чтобы ровно прошел без всякой, как сказать, искристости вот этой вот. Надо светло все очень сказать. Весь текст надо сказать очень светло. Понятно, что я имею в виду, да, в виду? То есть максимально как ну, бы... Ну, понятно, все не вертикали, а горизонтали. Донести, ну, как разговорный. Да. Первая часть вот идет, да, Руслан? Да, первая часть. Меня. Там что будет. Я могу, это можно вообще принять решение, да? Да, да. Получается, вначале, если я просто не знаю, что делать, да, в серединке я нахожу, в принципе, путь, и в конце приняла решение, что все, я растворилась в тебе, и я тебе отдала... всю себя, ну то есть по сути мы сейчас не поем о жертве какой-то эфемерной, а то что, ну вообще конечно для меня эта песня мамы, которая вот держит своего ребенка, который умирает по сути, если как бы эмоциональный окрас должен быть, ну не окрас, а эмоциональное состояние вот внутреннее, да. Посыл, да. То есть это вот она все готова, и это безусловно. То есть это не какая-то любовь. Вот эта вот песня есть отражение всей персоны. Да, да, как да. Ее да. роли по сути и все. Раз. Я вас не слышу. У меня ничего нету. Раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз. Так, раз. Что-то стало появляться, по-моему. Раз. Да, раз, есть. Раз, у вас есть? Есть. Вот есть. Сейчас, Оль. Секунду. Раз, два. Так, я слышу кого. Только голос и все. Да. Только голос. И фонограмму я буду слышать? Конечно, все будет слышать. Полностью все, что происходит. Нормально или чуть-чуть можно пониже? А что-то так плоско все. Голос плоский. А сейчас... Он с ревером идет. А, вот чуть-чуть слышу ревер, да. Можем ревер добавить. Но это ревер только на вокал. Он запись не идет. Да-да-да. Мне кажется, больше-то не надо. Скажите. Я вам скажу. Да, мне кажется, больше не надо. Итак, опа. Что я могу ради любви моей взлететь, словно птица, или сорваться за ней вниз? Не хватает высоких, да? Угу. Давайте еще вот так высоких послушайте. Ну, высокие, понимаете, это все только на проигрывание, то есть на записи не скажут. Да, 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 конечно. Попробуйте еще раз. Круто. То есть вот начало поет актриса. Ну, то есть, да, вот я слышу, что... Ну, в хорошем смысле. А дальше пошла певица. Понимаешь? То есть здесь чувствую, что человек живет, здесь я чувствую, что это просто... А есть камера? Мы Пипитр немножко подвинем. Пипитр, пожалуйста. Нормально тебе? Там не видно, да, текста? Текст был виден, да. Нет, мне все. Там не видно. Мне все равно, да. Все только портрет. Готово. Чуть-чуть. Или все. Да? Да. Это просто такой светотеневой. Красиво, очень красиво. Поехали. Супер. В начале апреля у нас состоится где я играю главную роль. Давай еще раз. Дорогие друзья, сегодня замечательный солнечный день, и мы приехали в Подмосковье за первой нашей декорацией. Благодаря вашей поддержке мы смогли выполнить то, что задумали. Правда, пока первая часть, совсем небольшая нашей декорации, но сейчас вы увидите то, что мы придумали и то, что наши мастера сделали.
Вот металлическая конструкция, которая сейчас будет собираться. Весь процесс сбора мы вам покажем. И ну, мы сегодня в первый раз это увидим в предвкушении. Так, ну что, поехали. Да, собираем. Так, сейчас, подождите, подождите. Не, у меня вот не сами колеса, а с топора. Так, подождите. Сначала ставим это вниз, потом сверху это одеваем. И все. Не, можно вот такой вариант. Короче, Лех, ставим. Не, сейчас. Понятно, понятно. Тут каждая деталь делает свою часть. Потому что они все вместе. Для чего вот эти форточки? Форточки для того, чтобы зажать, стопорить колеса. Сделаем тут мягкую, потому проще, что невозможно поднять и засунуть руку. Нет, ну мы просто, чтобы да, видели, мы там сделали. Мы сделали очень красиво, но я делаю, как проще для монтировки, для работы. Да. Мы соберем, а вы скажете, что переделать, что такое. Хорошо, да. Мы просто... Так, вы теперь... сделали прикольно. Да. Мы не полезем в форточку, мы просто засунем туда руку. Лёш, наверх, залей. Теперь мне надо приехать домой и отбить голову своим сварщиком. Теперь мы через декорации скажем такой в Москве. Нет, сейчас начнется террорист. Вы сказали правильно. Сейчас сами сделаем, но в принципе один балкон. Мне кажется, не надо шире, Руслан. А? Он станет. Я тоже думал, что сейчас посмотрим. Он поехал, но не получится сейчас, да? Чего? Почему? Не получится? Да, даже с ним можно ехать. Танцевать не можно здесь. Нормально. Оу! Даже по снегу. Ну, сцена, я надеюсь, чуть-чуть ровнее, чем понятно, в снегу. Ну, понятно, что здесь снежная. Поэтому смысла нет больше колеса делать, у него вес. На нас никакого внимания, пожалуйста. Смотри, ты держишь сейчас за колесо. Да, я понимаю. А я предлагаю, вот тут вот это остается металлическим, давайте сюда сделаем ручку. Тогда за ним можно взяться. Ну это у вас же получается еще эта. Она же не лицевая сейчас достает. Не, ну просто знаете, что там можно будет прям в накладку ее ручку сделать. Да, в накладку. Я в накладку имею. Просто вы верхнюю не сделали. Можешь вот так сделать, а потом ты не сможешь. У тебя будет только вот так, понимаешь? Хорошо. Ой, я не буду толкать, ладно? Надо нам ручки? Надо, конечно. Мне кажется, надо, потому что это будет удобнее, когда ты зацепился. Мы все покрасим, оно не будет так считаться. Да даже если и будет, ничего страшного. Ой, здесь пол такой. Не, греметь она у вас по-любому будет, потому что фонить. Если хотите, чтобы шума не было, хотя бы поролон даже изнутри приклеите, она будет шуму погашать. Ага. Потому что у вас получается пустая коробка. Да. Если вам шуму надо убрать, то уже приклеить. Да, поролон. Ну, куски поролона на внутренней части приклеиваете, наклеиваете, и все. Ага. Ну ладно, работайте, я буду играть. А только я звук не проверил. Да, конечно. Ну, потому простые что... ребята, они так заходят и все. Ну да, у нас такой простые. Зря что ли. Господи. А что надо будет песенку? Песню спеть. Да. А там текст случайно не будет. Смогу. Сейчас я тебе попытаюсь. Ну я на своем, да? Ты думаешь, у тебя есть? Да. Ага. Ну так, тогда отлично. Так. Боже мой. Давай побежим. Приснится наш клен. Я вот думаю, может, знаешь, как еще сделать? Что он идет и напевает песенку. Насвистывает. Так, ноты, да? Еще мне бы неплохо бы ноты. Ой, дверь. Как говорится, есть волшебники, есть фокусники. Есть маги. Они как-то говорят, фокусник. Ой.
есть камера. А, у него нужно другое? Да, да, там другой, там, в принципе, другой вокалист спел уже. Там, да, вокалист уже другой спел уже, мы нормально. Сейчас зажим пойдет. Ну, команда. Ты помнишь клен у забора? У нас такой пока получается карамон, и вообще все семейства Маджери такие элитарные, аристократы. Вот это такое исполнение такое элитарное. То есть попроще. Это простой крестьянский сынок, да, он такой простой. В начале нужно чуть-чуть попроще, без бала вампиров, вот так вот все так. Я помню, тембр подснял. Теперь характер, да? Да. Еще проще. Да, да, да. Вот. А теперь по факту. Нет. Это я тебе просто. Это я тебе повторял то, что я в тот раз тебе сказал. Да. Это же потому, что это было прикольно. Поэтому. Ага. Понял, да? Да. Вот. А теперь конкретно по второму дублю верни чуть-чуть назад. Ага. Вот посерединке сделай. Просто ты подснял, тебе нужно обязательно оставить вот это баритональное клевое наполнение, которое у тебя было в первом дубле. Оно по тембру отличное. Просто хвосты, когда снимаешь, не делай их слишком, не модулируй их, вот так вот. Просто именно хвосты помягче. А вот и наполнение все ставь. Да? Хорошо. То есть вот первый дубль, он пока вкуснее, вот на самом деле. Вот тот, который от тебя пошел, свой, да, он вкуснее. Просто, говорю, это такой у нас чуть-чуть аристократичный карамон, но он, может быть, успел за время общения с этими людьми стать немножко аристократом, почему нет? Вот. Поэтому третий дубль вот так вот между первым и вторым, ладно? Хорошо, вот. В припеве наоборот, ты сейчас во втором еще чуть-чуть усилил, ты во втором сейчас усилил дубли, не нужно, у тебя и так там было уже хорошо, а сейчас ты прям уже вообще так вот, да? Все, давай сейчас третий дубль пойдет. Да, мне встану телефончик, может не реагирует на кнопку. Все, поехали, да? Февраль тоже, наверное, будет. В феврале уже вроде даже есть Джекил и Хайд. А вот в марте ничего не там. Не в марте, март, апрель, май, да, ничего не известно. Только есть слух о том, что возвращать вампиров будет опять в Питере. Для приоритетной логики, что ли? Да. Надо. Если у вас заранее, как мне говорят, там есть какие-то планы, и если уже там четко есть гарантия, то я просто беру эти даты там и говорю, вот я из этих, например, 60 спектаклей, и я не могу все 60 спектаклей пахать, как я обычно делаю. А я, извините, у меня еще есть другая ответственность. Поэтому если я готов как бы подстроиться, если вы дадите там, да, какие-то данные. Мы в любом случае сейчас можем передать уже даты спектаклей точно. И даты репетиции. Да? Значит, у нас ты не высылал? Да. Я 4-6. 4-6. Возможно, например, в мае, возможно, как черный. Возможно, они же. Мы дату точно знаем. Я не могу адекватно рассказать, когда слышишься. Это мне не стоит об этом говорить. Со стороны. Я только на траву книгу изучаю, как же делать. Меня тоже трясет. 18-19. Но забывать нам детство. Детство нас не забыло. С января начинаем репетировать, с 10 января, там будут репетиции, они будут верстаться, там, вот эти дни они уже запланированы. Потом с 15 марта, и до выпуска, мы репетируем тоже каждый день по 8 часов. А, соответственно, в промежутке между 28 марта и 15 марта будет там тоже репетиции, но они будут варьироваться. Естественно, что если у тебя там выпадают какие-то спектакли, то мы об этом знаем, да, и просто построим репетиции тоже. Вот как бы так вот. Соответственно, сначала с 10 января и по 4 апреля такая достаточно плотная занятость. Но я не воспринимаю информацию, не могу. Меня выбивает. Люди потом будут опять шутку покупать. Я боюсь с шеем помедить вашу шляпу. Простите,
там и грим, там все это. Она большая. Мне все равно надо. Чуть-чуть. Мне немножечко увлекало. Это как, мне напоминает гнунная ось, как они там в завершении спектакля, одну ту же шляпу на каждого одевают. А вот Сережа, отвел бы. Пашка, ты мне голову немного подснял, да? Внимание, камера. Меня зовут Ростислав Купаков. Ну, собственно, зачем я представляюсь, да? Или нужно? Не, нужно. Нужно? Так. Меня зовут Ростислав Колпаков. Мне 20... Не надо этого. Ой, уже 33! Так, ладно. Я вообще не умею. Почему я артист? Не понимаю. Ничего другого не... Надо было автослесаря заканчивать. В общем, меня зовут Ростислав Колпаков. Дорогие друзья, зрители, приходите в апреле. Я наконец-то сыграю в волшебном мюзикле. К сожалению, не волшебника, как это, как бы... Ладно, еще разок. Давай через... Так, что, перекрыл микрофон, да? Оп. Так, ладненько, пошалим. Так, бэкстейдж там какой-нибудь будешь делать, да? В общем, дорогие друзья, меня зовут Ростислав Колпаков. Обрезали. В апреле я сыграю роль в мюзикле под названием... Ну, хотя видео уже будет... Все понятно же. Давай, знаешь что? Давай. Ужас. Раз, два, три. Дорогие друзья, я просто увидел, как у меня цилиндр не скалат, а на лбу. Так, только пока могили. Тихо, как будто... Тишина. Бам-бам-болею. Дорогие друзья, меня зовут Ростислав Колпаков. Карамон в моем исполнении будет ждать... Фу, блин. Давай сразу, без стопа. Так, да. Ужас. А ты не торопись сказать. Потому что уже не нужно. Готов? Ага. Дорогие друзья, меня зовут Ростислав Колпаков. Карамон в моем исполнении будет ждать вас в апреле на последнем испытании. Пра-пара-пам. Это был Оскар. Так что, тебе графику делать вот это все? А? Графику делать, надо будет. Ну, вроде бы было. Ну, надеюсь. Есть. Отлично. В движении нажмешь, это ничего страшного. Нажми на один. Вот, а я сейчас, подожди, я сейчас выставлю. Девятый, да? Ой. Ага. А там, может быть, постричь. Не будет видно. Давай. Нажимай. Не, прям дави. Ага. А, вернется. Едь. Подожди сейчас. Как тебя так здесь не продать и продать. Ага. О, снизу, хорошо. Стой тогда. Или цифры. Поедем, а цифры меняются. Тух-тух, а? Пойдем на обратное, может? А, типа 3-2-1, да? 1-2-3. Слушай, ну давай съездим, да, хорошее решение. А нажимай прям на... Да. Угу. Так, а ты вот так стоишь, да? Нормально. Хорошо, да, стой. О, отлично. И ускоренное видео, да, какое-нибудь? Угу. Выйди. Угу. Я за цилиндр. Я пою. Ну давай, пройдем. А давай чуть быстрее. Чуть-чуть. Ну ты прям идешь туда. Девчонки, черные очки. Я люблю, но все равно
Но помрувыка на всякий случай это та-та-да, без слов. В принципе, было. Ну, я что-то тональность потерял. Раз, два, раз, два, три. Ну, еще чуть-чуть. Тебе что заказать? А я вот это мое, кстати. Да, да. Доброго вечера. Привет. Привет. О, сегодня здравствуйте, царь. А что ты надрываешься? Вот царь, вот царица. Пипитер взять? Да. Да, сейчас не надо, я все на Иисус дать. Нет, ну молодец. А для важности? Для солидола. Там пакетики пирожок. Не все ты знаешь. Не все, не тебя все не ты обрадовал? Знаешь, Джонсон. Меня ты нет. Не обрадов... вот. Я не обрадован еще ничем. Значит, тебе представляет тоже радость вселенская, которая что вчера. Что? Ну, так. Про дуэты. 3, 4, 5, 6, 7. А вот, вот да. Как был вчера не очень, так и сегодня не очень. Мотылек к огоньку, ключик к замку. Черный. Черный. Черный к белому. Смотри, мелодия такая. Мотылек к огоньку. Да. Мотылек к огоньку. Где? Внизу, наверху. Мотылек к огоньку. Нет, по-моему, не наверху. Мотылек к огоньку. Или подожди, надо послушать, я не помню. Внизу, внизу. Внизу. Мне тоже кажется, что он внизу начинает. Мотылек к огоньку. Ключик к замку. Ключик к замку. Ага, там высоко. Тут ключик к замку. Да. Мотылек к огоньку, ключик к замку. Да. Черное к белому. Черное к белому. Раззелено. А если мы в унисон поем, может, мы и споем? Да, да. Давайте, я буду не опираться. Давай, давай. Сладко делить с тобой вдвоем боль испытания огнем, пылать живыми искрами в огне, как мы не с тобой. Давайте со вторым разом. Боль испытания. Хорошо? Боль испытания огнем, пылать живыми искрами. Держите, там четверть немножко. Да, пылать живыми искрами. Пылать живыми искрами в огне, как мы не с того. Ага, вот это место неуверенное, да, еще раз? Не очень, да. Ключ снова выплавляется огнем, 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 где мы вдвоем. We'll be right back.
прилетела красиво, представляете, стою там на сцене, я не буду Даша, это будет хер, а потом вдруг выходишь ты. Вот так как раз со второго куплета я бы вышла. Ну, давай так и сделаем. Спойте вы втроем, а нет, потом... Это будет просто каша или будет стоять пипита. Ну, а да. Что, две крисани? О, то есть две такие окружат мне надо крисани. И тут другая еще крисани. Тут крисани, а фок я же... Опа! Мне кажется, хорошая мысль. Веселый! Но это будет, по крайней мере, не будет грязи. Ну ладно. Давай попробуем. Да. Еще раз, какую часть ты хочешь спеть? Вот со второй части. Я купол небес, я недра земные. Вот отсюда. Хорошо. Тебе недра вообще удобно петь? Там вообще вот это смрадное... Поменяем просто крисани. Купол небесный, я недра земные. Точно так, да? Недра земные, по-моему, поет. Нет. Я купол небесный, я недра земные. Молитвы святые, и смрадная бездна. Я мать твоя, Рейслин. Я смерть твоя, Рейслин. Соперника нет, друг, сестра и невеста. А припевы все вместе поем, да? Давай. Несчесть моих грехов, несчесть воплощений, предсмертный твой крик я. И стон наслаждения. Начтите. Подожди, мы наконец-то дали вдвоем или она? А мне чего? А мне тогда чего? Опачки! Это как? Ничего себе реакция. Это я, да, молодец. Мне кажется, вокалист должен петь. Слушай, мне кажется, таинственные события начали происходить. Это так хизистый. Это Верка из Индии. Слушайте, извиняй, репетир. Хорошо, мне что тогда на вокализе? Просто много клавиш, в смысле, звезд. Че, воткнуть не получается, да? А? Не получается воткнуть? Вообще. Во всех смыслах этого слова. Не втыкаем. Не втыкаем. Давай методом проб и ошибок. Ну ладно, сначала надо запитать эту историю. Ну, в общем, да. Мы очень рады, что вы нас поддерживаете. Володя, пожалуйста, уйдите оттуда. Конечно! Стал такой. Ну, это уже такие подробности. Приделать немножко. Не знаю, мне нравится канал. Мне летает красиво. Тебе надо просто ушить шапку. Потому что она. Ну или отрезать голову. Я вижу, да. Поэтому я и хотела, чтобы вы прошли, чтобы все, что должно упасть, упало, я это исправила. Да, поддержки какие-нибудь проверить шапку, чтобы не. Какие поддержки? Из резины поддержки. Вот такую закрутку сделаем. Из резины. Давай сделаем. Давай, сделай. Свадьба я не участвую. Соблазнение не участвую. Там одинаковый костюм, там он без шапки, скорее всего. И белый костюм. А вот это? А? Ну как? Хочешь, что ли? Как в пальце будет рисовать? Все нормально, все хорошо. Если секс, то мне нравится. Так, ну чего, тогда, значит, девчонки, переодевайтесь в белое. Сашка пока не переодевается в белое, снимается шапка. Сейчас соблазнение станцуем белое. Соблазнение, что в черном будет. Я в черном, да, соблазнение? Да, да, да. Нам нужно белое. А вы переодевайтесь в белое, да. А как всегда, Златочка, надо на белом, вот на Машке, снять рукава и снять капюшон, чтобы осталось только платье. Ты вспомнил, Маша. Сейчас я переодеваю. Эти белые, которые... Да, сейчас включим. Вы не знаете? Так, ничего, черные здесь, черные проверили. Значит. А белые вы не мерили, да, белые? А? Вы не мерили. Ничего не мерили. Может, куда? Шарики на рукавах бьются только, да? Да. Мне не бьются. Наташа специальная, шарики. Все, поняли, да? Наташа зарплата повышается.
Ты про честь. А? Про честь. Сядьте с вами, не пить, потому что... Сейчас окажется, что я могу пить. Чего не пить? Я чай. Я пью чай. Коньяк. Коньяк нет. Это что-то. Я думаю, я могу сказать привет. Давай. Нам бы чего-нибудь рассказать. В общем. Маску пока. Давай на него маску оденем, чтобы он не стеснялся. Маски так. Нам бы сделать, знаешь как, то, что вот весь рассказ про костюмчики, вот такую историю. Сколько? Труп какой-нибудь повесить. А? Труп повесить. Труп? Я девочка встала, а мужчина сомневалась, такие удобные трубки себе начали. Я, наверное, черепа какие-то. Да? Какая-то от «Властелина колец», что она такое. Я даже ничего не могу понять, что. Так вспоминаю, вроде ничего там такого нет, ассоциация есть, да? Эти, колец, которые да. На этих на конях были призраки, вот эти вот. У них вот что-то такое. У нас губы. Да-да-да-да-да, что-то да. Ну, прям круто. Щекам порядка. А? Нет, я девочку сделала. Видишь, девочек было поменьше, но у них щечки сразу разошлись. Я сделала крепление снизу. А мальчикам посомневалась, но мальчикам тоже. Нет, потом достигнем. Иногда бывает такое. Когда голые руки, когда А-а-а. Снятые рукава, тогда одеваются эти штуки. Понятно. Это может быть вот так, это могут быть руки наружу. Тебе самое удобное, я боюсь. Это лицо надо? Это лицо. А куда ты думаешь маска? Ну, в смысле, это без наркоза? Без наркоза. Я имела в виду, я думала, это шапка, это... Вот это да. Вот реально какой-то садов. Yeah.
каком проекте режиссер снимается? Ни в каком. Нет больше таких проектов. Столько наш. Ну да, 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 стоит. Еще руководство. Иди ко мне. Ну как-то разведи руки там, чтобы мы видели, как работает перо. Пропала Мальвина, невеста. Ага. А теперь моя. Так, а теперь рядом там еще Карамон, Тика. Ну то есть все это, то есть попал в детство, и в этом детстве его атаковали все его страхи. Соедините левую сторону, пожалуйста. Левую сторону соедините. Мы сейчас прямо
Очень быстро. Не? Да. Нет, все. Так и надо, так и надо. Нормально. Ну вот. Ну, там музыки больше, это ничего. Может быть, чуть позже, позже начинать или. Можно позже начинать. Там, там что-то подействует. Да, там нужно, да. Мне кажется, в. А. Внутри. Внутри сделать больше пауз. То есть раз, встали. Та-да-та-да-та-да, там можно сделать больше да, переходов, да, вот да, эти да, по кругу добавить. Угу, угу. Потому что делать. И тогда чуть-чуть, да, разведать. А так мне кажется, по связкам достаточно. Потому что а, они же в начале, там же у нас прикованы, да, вы же там ну, или, или это до начала? Нет, уже, там начало, конкретно начало здесь есть. Да. Вот есть точные, и, точные и, фразы, есть в мозге, где вот это начало да, точно. Угу. Там, ну, мы сейчас начали чуть раньше. Мы сейчас начали. О, что вы тут? Папарац. Из-за спины. В спину стреляете, да? То там, то там. Друзьям. Давай над тобой пролечу. Да. А ты так нагнись. Да. Раз, два, три. Я уже дуб. Здесь прямо. Опа! Да? Да, его скидывай! Пошел, Вася! От этого, понимаешь? А, или ты потянулся, а он у тебя забрал. Подожди со своей магией. Твое здоровье встречи не подумает. Довольно странно. Что-то сознательно, уходя в книжки, делая вид, что я... Ну, то есть, я с ним не хочу разговаривать. То есть, может, даже я там ничего и не ищу особо. Я просто хочу уйти от этого разговора, потому что мне сейчас не до этого. Это все. Потом, когда он продолжает настаивать... Серега! Смолин! Как-то ко мне спустя, да?
какой-нибудь в этом стиле. Ну, то есть он же такой, типа, туповатый, и мне кажется, Деламар на один может издеваться. Кто ты туповатый? Типа умный. Не-не-не, то есть не такой. Я бы через него. Ну, посмотрим. Давай, если это можно дальше попросить. Я наоборот тут все просекаю. Так, ты, а я. Ай, ты у меня знаешь на каком уровне? Я ее прокачал. Интуиция. Блин, интеллект не прокачал. Прокачанный. Интеллект не прокачал, а интуиция прокачал. Да, да, да. Карамончик. Мне надо подкрепиться тоже, наверное. Грош, там реально. Так надо. Слушай, а это бочки будут обтянуты, да? А крышка на бочке? Ребят, заряжайтесь на первый ряд, пожалуйста. Ты помнишь, что здесь он так всегда стоял. Он вот так стоял. Да, все. Зарядились на начало первого акта. Кроссовки, сникерсы. Зарядились на начало первого акта, ребята. Кроссовки, сникерсы. Thank you.
Я видел мать. Она звала меня по имени. Опять кошмар. Борис, ты слышишь меня? Давай на мой дамочку. Давай вернемся мы домой. Пассажиры! Остановка. Добро съедем. Твои затея мне не уже спускаться в бездну. Становиться богом. Свое отвоевали мы уже. Давай обернемся лучшим путем. Наши старых навестим друзей. Твое здоровье встречи не помеха. Но ты можешь меня снять.
сказал тебе, что пред тобой не враг. Позволь мне изложить мой взгляд на мироздание. Пожалуйста, прошу, небесный черный мох, я в заклинании разумею. Станешь отрицать, что мир этого создатель благ. Если он и создал тьму, то явно он желал, чтоб было так. Ты не смеешь утверждать, что с тьмой он не способен совладать. Бог всемогущ. Тьма и свет вот два крыла, несущие пространство. Берите все книги оттуда. А все, а дальше ничего не успеешь. Все, дальше. Кто вот здесь, да? Заводчик. Как? Где ничего? Как дальше? Второй я, это фраза задается сзади, за спины. И растягиваю солнце. Второй, знаю, что это что-то вроде как что-то. Карамон! Ну чего ты ругаешься, тихо? Смотри, сказал... Да, я
известному и почтенному собранию, которому верю, что это ее решение, жительная дочь полагает на светлое описание, прославленная верой своей, она сказала, ты уже спустился, и вот это все оттуда, и вот так вот. А мы сделали, что я легко в этом. Нет, не надо, потому что, ну, это бессмысленно. Вот, получается, отсюда, да, ты отсюда работаешь вот так с ним. Я предлагаю решение, как главу телеквартиры жрецу стать. Общий известный священник в космосе отсюда. Нынче она только на руку нам. Так. Здесь, да? В общем, финальные слова. Она поможет нам. Вот здесь, типа, еще. Да. Свет. Если не нравишься, то будешь, то тебя везде будет делать. Да. Раз. А это что такое? Раз. Два. Теперь карабины здесь пристегиваем к тем карабинам, которые на этих кандалах. Он один там? Да. Один карабин? А? Один карабин, ну ладно, я сюда. Скажи, и какой эффект? Вот, да. Что все как раз понимают, что рассекивается цепь, она не дает, ну, а? Нет эффекта мучений. Так, а теперь растяните его. Так, хорошо, значит, длиннее будут просто цепи, вот и все. Просто будут немножечко длиннее цепи. Либо, меня либо. А, ребята, отстегните цепи. Цепи отстегните просто. Разве ты не хочешь остаться в снегу? Покорить тебя и свое возьмёт. Девушки. Да. Мы можем продолжить дальше? Вы все? У вас все? Тогда я вас отключаю. Простите. Что делаем дальше? Кто? Кто? Лена, тебе Карамон нужен уже ведь, да? Наверное. Ростик, тебе же ведь нужен, да? А он у меня есть наши. Давайте возьмем 20 рублей. Да. Лена, что с Ростиком ты найдешь, чтобы вы просили? А мы с ним не поедем вместе. Вы не поедете, да? Единственное, сапоги бы паузу поставить в треке. В треке? Да, вот там можно было. Еще чтобы ты на сцене себя услышал, это не так нас. Ну что, есть? Я пока не понял. Славы,
теперь боится, была одна. А теперь что глупо, вот она любовь, но не радость, а мука. Только не попасть в свои сети, только мне и близко своим созданием. Но любовь погибнет не ответить, заблазнить лежат или у обладания. Она осталась за спиной. Я думаю, ты зайдешь, там будет написано. Воскресенский. Ага, оп. Федор, ну что вы можете сообщить себе нового, интересного, познавательного и увлекательного? Я вижу, ты мастер импровизации, если бы есть отличие. Да, конечно, ты не знал. Вообще, я люблю, когда ваши постановки... Кто задействован в сцене Ария? Просьба выйти на сцену. Какая сцена? Ария. Я там не задействую. А ты? А я буду задействовать. Пойду задействуйся. Так хорошо сидит. Морковка. Это еще, наверное, у тебя прямая трансляция. Да, еще и кофе варит аппарат. На всякий случай меня-то сегодня повырезал. Ну, черный квадрат налепим на лицо. Вот. А это у нас балет. Господа артисты, выйдите, пожалуйста, на сцену «Армия». Паша конкретно. Всевидящий око. Это прекрасно. Здесь хоть, наверное, на один кадр попаду. А то я вообще никогда никуда не попадаю. Когда телеспектакль снимали, я не хотел никуда попасть. Но попал везде. И бэкстейдж, и в сам фильм. Никогда и ничто не будет иметь за мной власть, ни манеры, ни любовь. Я стал целым в этой гаде. Я пошел. Красавчик. Транса. Те глаза, что глядят, как смотреть.
Вернусь, чуть-чуть следующий. Нет, минимум. Давай, пока. Давай. Вот, и заодно с тобой пройдем чуть-чуть. Thank you.
Мне кажется, не должна ржать. Почему? Лёва, ты же пришёл, прямо на колени. А она должна удивиться, а чё это? Чё, ты ржёшь? Охренел. Слушай, а иначе потом мне переворот. Оставим, если у тебя это так. Давай сделаем. Я, по крайней мере, буду понимать, что у вас. У нас дальше тут целая сцена с балетом. Да. Мы вникаем в то, что ты говоришь, как мы понимаем, что ты... Все, я понял. Я понял. Я поддержу тебя, я еще больше буду ржать. А, типа, хорошо. Я пришел сюда. А что? А как раз работает так. Так, ну что, включаем? Как называется трек? Встреча.
Да, даже раньше уже поет, да? Ты поешь, и я пою. Давай, пока. Кроме последней из них, я не прошу его. И мир, которым я завладел, стал гибнуть. Нет, ребята, нет видоса. А? А можно видео запись его? А? На экране. Но они вовремя не могут подцепить они его. Они могут зацепить, где его включают. Ты из тех, кто всегда идет своей цели. Да. Да-да-да. Давай меняться местами. Но я с тобой всего лишь ступени, всего лишь ступени. А дальше как? Ты поднялся по ним, не ведая жалост. Красавчик. А дальше? Что ж, зайти на престол. Возьми, что осталось. Бог, ты видел свой мир лишь пепел и пламя. Елена, здравствуйте. Я выступаю вам на пятки. А мы все, я сейчас эту песню выпустим. Сейчас я вас всех прогоню. Пришла мама. Мать перемани. Прогнала. Мать перемани. Так, держи себя в руках. Как там написано? Я твой голос узнал, мама, вот слышу песню твою. Слышу песню твою, мама, пой еще. Давай, давай, жги. Так, ну что, не дают изображение, да, вам? Да, это надо сразу проверить. Сколько минут? У нас связь появилась, сейчас пойму. Надеюсь, минут за 5-10 сделаем. 10 минут перерыв. Просто, то есть мы не можем вообще не жить? Да, ну, по сути, да, потому что файл надо синхронить сейчас, обе дорожки нужны. Я понял. Все ясно. Леночка. Здравствуй. Как ты себя чувствуешь? Безопасно. Что потом у нас будет время это спеть, это надо будет... Относительно. Красивая же модель, я делал номер. А скажите, да, будем по спектаклю, а оставляем, что... давай. Привет. Давай я дальше. Этот видеофан просто быстрее музыку идет, поэтому да, да. Я даже понятно сделать. Ну ты же надо сделать, чтобы так не было. Ну очень спасибо. Так, ты сказала, чтобы нам всем подпишите. Кто не будет иметь надо власти. И люди. Не боги. Не маги. Не люди. Моя клятва потребовала многих сознаний и многих жертв. Но я остался в мире и дальше. Я добился всего, чего хотел. Я стал Богом. И все изыграли дело не только себе. Все, кто вас любит. Я не прошу тебя. И мы, которые меня завладели, стал поднялся на них.
Истинное время, мокрыники. Божественный. Сейчас Далеко. Если можно, тюрьмичечка, тюрьму. Ближе к делу попробую. О братстве. Да, братство. Да. Готов, король? Я никогда в бассейн не хожу, не думайте. Это смена. То есть это сценическая обувь. Это обувь Карамона. Нормальные штиблеты. И уличным я никогда не хожу. Дай бог, чтобы кто-нибудь подумал. Я не оскорбляюсь с этим. Искушение, Я верю в снег и в правильное слово.